FM, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Это счастье, слышь, это счастье, что у меня дружки, ребята опытные, ну, посоветовали, тоже в гражданском браке живут, со всеми подряд. И они мне, значит, посоветовали, говорят, ты заставь ее ревновать. То есть ревновать. Ну, я с работы пришел, и сразу Лариске в лоб, прямо, и, нет, да ты что? Сказал, ты что, Лариска удивилась, да она, да у нее кулачище, она как, иногда как глаз, да я головой об пол, как, да что ты, ну, Лара, это же, не, ну, я ей просто в лоб сказал так, ну, я с ней разговариваю, это, так, с уважением, прыгаю, когда разговариваю. Ну, уважуху даю такую. Говорю, Лара, тут соседка из 46-й квартиры предложила с ней согрешить. Она говорит, согрешить? Соседка из 46-й квартиры? Это не грех, это подвиг. Ну, я не знаю. Я в телефонную будку побежал на улицу, позвонил, говорю, а я тут кое с кем встретился, специально так говорю. Она говорит, ну с другом веселее. А я говорю, а друг в юбке? Она говорит, шотландец, что ли? Ну тут, ребята, я вообще, я озверел. Я путану поймал на улице. Ну такую пострашнее, мне же не для этого дела, чтобы напугать. Подешевле договорился так. И к себе привел, и на кухне в уголок посадил. Специально так, где потемнее, чтобы моя войдет, она, а эту, и как тоже, понимаешь? А сам халатик надел, сел так, колено выставил, больше ж нечего. И, значит, сижу. Моя мимо меня шасть и прямо к путане. За грудки ее взяла и говорит, Витька, ты что, очумел? Бабой нарядился, иди отсюда. Но тут у меня чуть инфаркта не было. Я себе представил, а если Лара на час позже пришла, а я же для храбрости махнул, а если бы я еще стакан принял, они же с каждым стаканом все красивее и красивее. Я Лариску за руку и в ЗАГС. Простамповались, расписались, и тут я понял, наша женщина готовая жить в гражданстве. Кто хочет 5 баксов? Кто? Тот, кто возьмет на себя вино. Боже мой! Что ты сделал? Не могу сказать, да или нет, без уточнений. Боже мой! Десятка! Согласен. Боже мой! Спасибо, сынок. Я поймал его! Он тут, не волнуйся! Уф, живем. Уф. Должен взять и облить маму водой, потому что мой soulmate контролирует мой день? Блин, лучше бы реально друг контролировал, потому что мой soulmate какой-то безбашенный. Он реально творит полную херню, облить маму водой, прикольно. Ладно, я оболью маму водой, поскорее бы этот день кончился. Еще только 7 часов утра, а за что мне это все? Мама, извини, но это не я делаю.
Эзыр, ты что, совсем страх потерял? Зачем ты меня водой облил, идиот ненормальный? Ты сегодня наказан, понял? Никаких сегодня компьютеров! Попросить извинения у мамы или не просить? Soulmate выбрал попросить извинения, хотя бы что-то нормальное. Мамочка, извини, пожалуйста, за то, что я тебя облил водой. Я, правда, случайно это сделал, не специально. Из-за тебя здесь теперь все мокрое. Ладно, я тебя прощу, но это было первый и последний раз. Ты меня понял? Понял. Идти завтракать или не идти? Soulmate выбрал не идти. Ну ладно.